Партнер проекта – сеть магазинов «Флора Сервис». Цветы и букеты к 1 сентября. Пусть первый школьный день запомнится как настоящий праздник. Не знаю, там криминальные какие-то сводки были по Перми, по-моему, там что-то бытовуху какую-то показывают, там сосед соседа порезал что-то, зачем настроение портить, переключаю просто и все. Вот. Там, допустим, тот же самое, допустим, происходило, когда вот, может, знаете, в Краснокамске было, у Сольцева, когда закопал этот человек. Вот это я не смог пережить, вот этого состояния, потому что я этих людей знал. Последний раз в Московской области, когда мужчина там из охотничьего ружья там расстрелял несколько человек у автосервиса. Ну, вот это вот как бы последний раз, то, что вот у меня на память приходит. Продолжал смотреть. Интересно, чем было дело закончиться. Может быть, кому-то это пойдет и на пользу, чтобы люди не совершали подобных ошибок. Я переключу, если это все-таки заинтересовало, я потом почитаю в интернет. Переключаем. Ну, отец много пил, угрожал маме как бы убийством, хотел поджечь дом. И мне было всего 8 лет. И вот такая вот история случилась, когда он при мне бил маму. Мне как бы было неприятно смотреть на это, на все. Вот. После этого вы такие сцены не смотрите? Да. После такого не смотрю вообще. Ну, на самом деле, у меня не вызывает никаких таких эмоций, потому что я достаточно нормально к этому отношусь. А сейчас это очень много в телевидении для того, чтобы заинтересовать зрителя. Я на самом деле переключать стараюсь. То есть я в жизни так очень много насилия, жестокости. Мне не хочется лишний раз еще эти негативные эмоции испытывать. У меня никаких не может быть, последствий. А у не сформировавшейся психики детской или подростковой это может вызвать какие-то там, не знаю, депрессии, какие-то состояния. До конца смотрю. Это реалия жизни, так что от него нечего прятаться. Надо знать, как это все происходит, бывает. По телевидению я как раз вот узнал о том, что в Балатовском парке орудует маньяк. После этого, соответственно, я стал, мне по, ну, приходилось через Балатовский парк ходить домой. Соответственно, я ходил с опаской. То есть, ну, и с какими-то специальными, ну, то есть как-то старался себя защитить. Вчера 7-й сезон «Игры престолов», какая-то там из сцены, я переключила на другой канал, не стала досматривать. Что там было? Там, знаете, когда вот эти армии мертвецов там вылезла, и потом этот, когда дракон упал под воду, ну, тягостно. Мне кажется, надо свою жизнь наполнять чем-то более таким радостным, позитивным, светлым, добрым. Скорее всего, переключаю. А почему? Почему мне это не интересно? Это не для моей не для моего нормального, здорового образа жизни. Мне это не интересно, я это не люблю. И, кстати, это очень много в последнее время показывают по телевизору. Я не знаю, с чем это связано, почему людей вводят в какое-то пессимистическое настроение. Причем во время кризиса, когда нужно, наоборот, немножко поднимать настроение.